Есть отношения, которые влияют на нашу жизнь. Человек не остров на сам по себе в океане. Мы живем среди людей. Если наша жизнь среди людей, мы не знаем, как ее вести, наша судьба может не исполниться. Не потому, что люди виновны вокруг нас, но надо уметь строить отношения так, чтобы твоя судьба состоялась. Когда мы появляемся в этот мир, первые, с кем мы сталкиваемся, это родители. Я очень рад, что пастор вообще затронул такие темы, да, они именно каждая из этих, ну, циклов, этих проповедей, да, именно как будто каждая из них как будто вот именно для меня была. Я пересмотрел вообще свое отношение к родителям. Неправильное отношение к себе родит неправильные отношения к другим сразу же. Нет ни одного здесь человека, который родился, и Бог удивился, что выглядит не так, как думал Бог. Ни одного. Тема как бы очень интересная и очень сейчас актуальная и нужна каждому человеку. А для себя я вынесла то, что вот, взаимоотношения, вот именно к самому себе отношения, как ты должен относиться. То есть были аспекты, которые мне были непонятны, да, и я услышала вот то, что мне нужно было, и я приняла это, и это очень помогает. Взаимопочитание, да не значит, что я меньше, я слабый, я глупее. Нет, как раз уметь почитать другого выше, на это способны только сильные. Вот то, что учит мир, оно бывает в большинстве своих случаев противоречит Слову Божьему. И пастор, он показал это с библейской точки, как действительно это, ну, необходимо, вот эти взаимоотношения, как на это смотрит Бог и как мы должны смотреть друг на друга, вот, чтобы между нами был Бог. Поэтому, когда мы говорим «будь лучшим ты», это и ради тебя, но и ради твоего влияния на других, потому что ты влияешь на других.